сьогодні приїхали в город, де наш саксофоніст Міша, как бы, он из Нижнего Новгорода изначально. И, кстати, разрешите представить Мишу Кузик на саксофоне. Нижний Новгород. Вот, и он много рассказывал мне о городе, и я решил, вместо того, чтобы валяться в гостинице, лучше, мне кажется, я выбрал прогулку. Я попросил высадить меня прямо вот там, в северном поселке, знаете. Высадили прямо у северной проходной. Я выбрал вектор своего движения и плавно перемещался в сторону центра, как мне казалось. Прошел по Газовской улице там, и, знаете, и что-то никого нету, думаю. Вот, а время было еще по 11, не знаю. Вот. И я так красиво вонзаю, иду по улице, и, ну, потом я воспользовался все-таки городским транспортом, который подвез меня, вот, уже ближе к центру, как я понял. Вот. Прям по Красносельской я прошелся. Вот. И, значит, через площадь оказался вот на улице Пошляду, и как раз иду по Покровке, значит, и знаете, вот вокруг много народу, и я вижу, что многие так специально приоделись, и, знаете, весна, и солнце светит, и... О чем я хотел сказать, что было много людей, но он почему-то выбрал именно меня. Не знаю почему, вообще по внешнему виду такой типичный студент, и он подошел ко мне и говорит: «Простите, пожалуйста, а вы не подскажете, где здесь, ну, тут есть секонд-хенды?» А я так залюбовался весенним солнышком, что, знаете, как-то так и забыл, где я, что я. И говорю: «Вы знаете, вот лучше всего, если вы серьезно задача, съезжайте прямо на метро Удельное, там и около станции метро Владимирский, на Загородном проспекте есть пара очень козырных мест». И потом я понял, что я немножко отвлекся, и почему он выбрал именно меня. Или нет, расскажу второй случай. Это я к тому, что, знаете, иногда все-таки надо как-то задуматься, что ли, все ли в твоей жизни идет правильно, и вот вам еще один случай. Это было в Питере, я сел в троллейбус номер 15, по Загородному идет, и спокойно еду, смотрю в окно, и тут, значит, открывается дверь, входит молодая пара, и мне прям полтинник с виду, говорит: «Два, пожалуйста». Что-то, наверное, иногда. А у вас тоже такое часто бывает?